Всем привет! Это канал Силуэт Макет, и с вами я, Настя. И сегодня мы с вами не будем изобретать, а будем рисовать велосипед. И этим видео я открою наш новый плейлист, который так и называется «Рисуем векторы». Мы с вами уже познакомились со всеми инструментами, которые я буду использовать при рисовании. Поэтому видео из этого раздела будут без подробных объяснений. Таким образом, вы проверите, насколько хорошо вы усвоили информацию из уроков. И при этом освоите рисование векторных изображений, которые могут вам пригодиться в вашей дальнейшей работе. Я буду рисовать в Business Edition, так как при работе мне удобно пользоваться линейками. Но это не принципиально, и все рисунки вы сможете повторить в стандартной версии программы Silhouette Studio. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. А если вам понравится это видео, то ставьте лайк. Итак, приступим. Thank you.
Такой велосипед у меня получился. Вы же можете раскрасить его, проработать или добавить детали. В общем, сделать его таким, как вы хотите. Ну а чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы?